тебя есть вопросы. Пришло время ответить на них. До сих пор мы оставались в тени. Наблюдали. Ждали. Нас создали 4 года назад. Лучшая в США международная группа. Наше имя – Страж. Наша миссия – расследовать атаки КВА. И сделать так, чтобы они не могли повториться. Скоро стало ясно, что угроза еще серьезнее. Человек, использующий эту трагедию в своих целях. После этих атак Атлас вышел на новую высоту. Он захватил контроль над портами, морскими путями, трубопроводами. Страна за страной передавала свои важнейшие структуры в руки Айронса. Мы поняли это слишком поздно. Он сомкнул кольцо. В последние 10 дней переговоры разведки оживились. Постоянно звучало одно и то же слово. Мантикора. Атлас готов действовать. Но мы не знаем как. Мы рисковали, вытаскивая тебя. Но ты наш шанс понять, что такое Мантикора, и остановить ее. Так что решай, Митчелл. Ты с нами? Вот и он. Сейчас узнаем, на что подписались. Хорошо, что ты снова с нами. Жаль, обстоятельства не радуют. Воюем против бывших друзей. Мы с ними учились. Бились. Я знаю, это трудно. Но ты должна справиться. Это важно. Мы справимся. Так, одинокому волку дали зеленый свет. От Митчелла мы знаем, что Айронс едет в свой особняк. Там будет встреча на высоком уровне. Я поведу диверсионную группу. Котики будут ждать у точки выхода. Айронс — наш приоритет. Проникнем в его дом и поймем, что он замышляет. Покончим с этим. Нокс, как дела? Почти хакнул систему управления дронами. Вошел. Патрульные дроны отключены. Время пошло. Кингпин, мы у входной двери. Понял, можете начинать. Готовь крюки. Кингпин, движемся к контрольной точке 1. Понял, вы у нас на радаре. Особняк Айронс. Так вот, что можно получить за 1000 трупов. Я выслежу Айронса. Мы должны быть на месте, когда он встретится со своим контактом. Илона за мной. Пошли. Митчелл, активируй оптику дополненной реальности. Запущено отслеживание цели. Ладно, теперь отметь цель. Проверка оптики. Вывожу на дисплей систему управления дронами. Можем отследить любого в радиусе 500 метров от особняка. Ладно, Митчелл, отправляйся в центр безопасности и впусти меня в их систему. Не двигайся, противник слева. Лезь в те кусты. Уберем последнего из них. Подожди, пока он подойдет поближе. Мы сделаем это тихо.
Выруби его. Ладно, Мичел. Центр безопасности у них сзади. Иди в обход. Я вижу кучу маршрутов из твоей точки до центра безопасности. Выбирай любой. Тихо снял. Никто не заметил. Там внизу слишком шумно. Держись в тени. Гражданский, говорит, это потрясающе. Детройт никогда не был таким чистым и безопасным. Новое метро, школы стали лучше. Я все равно волнуюсь насчет радиации. Хорошо, иди на крышу. Дрон, прячься, не атаковать. Мичел, готовь микро-ЭМИ. Система безопасности отключится всего на пару минут. Не трать тут время. Посмотрим, стоил ли план своих денег. Загружаю план в твой костюм. Пошел. Отлично. Взял их камеры под контроль. Убирайся оттуда. Дроны ожили. Назад на крышу. Быстрее, Митчел. Кормак, мы вошли в систему. Нет, сэр. Чистая работа, Митчел. Нокс, мы внутри. Ты нашел Айронса? Никак нет. Это его столб. Начали. Это его столб. Начали. Я что-то нашел. Будет встреча. В ангаре. Уже скоро. Ангар закрыт намертво. Не вижу, что там внутри. Войти будет непросто. Черт. Нокс, у нас проблемы. Нас отрубило от системы. Я вижу, у них полная боевая готовность. К тебе идет патруль. Убирайся оттуда. Конвой прибывает к северо-западному входу. Расчетное время прибытия 30 секунд. Мичел, давай. Эту колонну упустить нельзя. Чужой на территории. Нужно подкрепить. Конвой.
Вон колонна. Нокс, нам надо занять позицию. Хапни их канал и останови колонну. Понял. Митчелл, за мной. По моему сигналу. Пошел! Здрасте! За рулем Тед Бот. Внизу доктор Беллами. Едем на встречу с мистером Майерсом. Минуточку. На позиции, Нокс. Отлично, все в порядке. Мистер Айронс вас ждет. Хорошего вам вечера. Беллами? Нокс, проверь имя. Уже занимаюсь. Беллами псевдоним доктора Пьера Денуа. Доктор из Хавана. Зелон, я думал, он у нее в камере Агуса. Я тоже. Доложи об этом наверх. Мне нужно знать, что здесь делает Денуа. Понял. Доктор Беллами, у нас нарушитель. Что? Что случилось? Прошу вас, мистер Айронс ждет вас. Готовы. Пошли. Такой порядок. У нас приказ. Если гости увидят, что в этом контейнере, у нас будут большие проблемы, доктор. Мы спешим изо всех сил. Мантикора термически нестабильна. Она очень нестойкая. Ваша забота меня очень трогает. Я не смогу выполнить свое обещание, если вы преждевременно раскроете свои цели. Спокойно, Денуа. Ваши деньги уже в банке. С остальным мы справимся сами. Запущена предполетная проверка. Повторяю, ведет предполетная проверка. Очистите радиоэфир. Палубная команда, готовьте к вызову РПЛ. Виктор, стоят. Мы идем за грузом. Кормак, груз в самолете. Ты не справишься. Клади их быстро! Давайте узнаем, куда направляется этот самолет.